Всем привет и добро пожаловать на канал Hardrest Info. Сегодня я вам расскажу, как открыть настройки в игре Genshin Impact. Для этого зайдите в меню паузы нажатием кнопки в левом верхнем углу и перейдите в пункт настройки нажатием иконки шестеренки. Готово! Всем спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки и подписываться на канал.